Россия, Украина. Русский белый, украинец синий. Бывает в спорте, когда над него и прозвучит Цитиус, Альтиус, Фортис. Дорога порой нелегка, но нам никогда не Бразилия, Япония. Три горчицы. 3 секунды. 3 секунды. Ну что это? Yeah!
все. Три горчичника, бразильцы, японец выиграл. Стигаем путь, хоть гибкий, но тяжелый, как будто нажимаем на спусковой крючок. Мы вкладываем душу, чтоб провести коронный, как пуля на излете после выстрела бросок. Терпение и труд, нелегкая работа, и вот хоть выжимай от пота кимоно. Орел России птица высокого полета, а значит будет жить российское дзюдо. Приходи к нам в спортзал. Этот способ проверен. Бросок в батарею, садится. Бросок в батарею, садится. Япония должна стоять легко. Любишь борьбу, здесь простые законы, и себя обретешь на борцовском ковре. Так что знай, приходи, несмотря на препоны.